нас столы в масле испачканы. Если не трудно, как председатель, что подойдите, мы просто то ли перепачкаемся. Просто попробуйте. Да, может, это, конечно... Я понимаю, зачем это было масло. Нет, Александр Сергеевич, может, какое-то заседание Единой России, это не масло, а вазелин, просто я не знаю, но это надо убрать точно. Это парламент. Я услышал. Виктор Михайлович, пожалуйста, техническую службу направьте. Найдите, Виктор Михайлович, да, потрогайте. Здесь все в каком-то... Подойдите, попробуйте. Что происходит? Ничего нету, да? Да, 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 может, рукавом? Слабо? Рукавом протрите. Не противоречит. Мы же не врем, проверьте сами, как председатель случай. На вас лежит ответственность. Вот скользко прям вообще. Нормально. Не, ну подойдите, сами попробуйте, раз нормально. Да, уважаемые коллеги. 11 января 2022 года Саратовской областной думы поступило письмо прокуратуры Саратовской области, в котором содержится информация о выявленных нарушениях депутатом Саратовской областной думы Бондаренко Николаем Николаевичем. 1 февраля 2022 года на основании письма прокуратуры комиссии принято решение провести проверки в отношении депутата. В процессе осуществления проверки и обсуждения представленных фактов на заседании комиссии депутат Бондаренко не присутствовал, пояснения, в том числе в письменной форме и дополнительный материал по запросу комиссии, не представил. Комиссия в результате анализа справок о доходах и расходах, об имуществе, взятых имущественного характера, представленных депутатом за 2020 год и документов, поступивших в комиссии из государственных органов и банка, было установлено, что в справках не указаны сведения об отсроченных обязательствах финансового характера, превышающих 500 тысяч рублей. Также комиссией проанализирована информация о деятельности депутата по размещению видеороликов, на которых он призывает физических и юридических лиц финансово поддерживать свои каналы путем перевода средств на его банковскую карту. Таким образом, 11 февраля 2022 года комиссия установила, что сведения о доходах, расходах, об имуществе, взятых имущественного характера, представленных депутатом за 2020 год, являются заведомо неполными. По результатам обсуждения комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича. Совет областной думы подготовил проект постановления, прошу его принять. Вопрос простой. Какая сумма донатов, именно донатов, что идет вразрез с законом, мной была получена и за какой период? Комиссия – это не следственный орган и не судьи. Комиссия – это согласительный орган, который определяет, нарушил ли депутат федеральное законодательство, либо региональное законодательство. И, соответственно, что касается донатов, как вы говорите, но мы предпочитаем это называть вознаграждение или благодарность, так называемое. Так вот, факт получения за ведение деятельности на каналах, в социальных сетях, так как вы являетесь еще депутатом, и человек, хоть и не на постоянной основе, но 273 ФЗ говорит о том, что в том числе и на непостоянной основе, вы не имеете права использовать свою деятельность для того, чтобы получать любые вознаграждения, любые благодарности. И все-таки хотелось бы уточнить, какую именно сумму получил Николай Николаевич за донаты за свои, за это, чтобы у меня понимание было. Александр Владимирович, теперь вам говорю о том, что комиссия – это не следственный орган, понимаете? Мы зафиксировали само факт получения, это вот такая вот стопка листов, но мелким быть... текстом, еще раз говорю, мелким текстом на тот счет, который Николай Николаевич в своих каналах объявляет для получения благодарности и для получения пожертвований. То, что вы отказываетесь назвать сумму, говорит о том, что либо она ничтожна, либо ее вообще нет. Почему? Потому что вот сейчас Николай Николаевич должен для депутатов в принципе объяснить, откуда, что это за деньги, являются они, не являются. Но для того, чтобы ему объяснить, ему надо понять, что ему объяснять депутатам. За 2020 год это 3,5 миллиона. За два года, с 2020 по 2021 год, на сегодняшний день, пока посчитано, а это опять повторяю, задача не комиссии считать, это на 8 миллионов. При этом, прошу прощения, при этом Николай Николаевич в графе 6 о пожертвовании, которое он отметил, всего 400 тысяч. Это нарушение. Нарушение антикоррупционного законодательства. Вот и все. Я когда на заседании комиссии присутствовал, где вы озвучивали сумму, там действительно прошли сумму там, в 3,5 миллиона, там, в другой год даже побольше. Но это легальный доход, с которого я уплатил налоги. Получение, соответственно, в качестве части отчисления от рекламы, которую YouTube платит всем блогерам. Эти доходы мной получались до августа прошлого года, до того, как в закон были внесены изменения и за это стали лишать мандата.
Николай Николаевич, не надо вырывать из контекста и делать удивительное лицо, что вас пытаются судить за 2021 год. Повторяю, мы не судьи и не следователи. Проверка осуществлялась за 2020 год. Федеральный закон 273 был принят на уровне Российской Федерации в апреле 2020 года, а в мае 2020 года была принята уже поправка, и в соответствии с федеральным законодательством принята поправка в региональные нормы. Поэтому говорить о том, что у вас за 2021 год за какую-то сумму, дело не в сумме, Николай Николаевич, вы до сих пор это не поняли, хотя вы юрист со стажем. Дело не в сумме, а в нарушении федерального законодательства, регионального законодательства. Вот и все, Николай Николаевич. Еще раз, Николай. За что вы меня судите? Да ноль, Алексей Васильевич. Ноль, понимаете? Ну, откуда вы доказательства? За что вы меня лишаете? Еще раз я вам повторяю. 273 ФЗ. Он от 2008 года. Изменения 273 ФЗ приняты были депутатами Госдумы в апреле 2020 года. 2020 года. А наши изменения, имеется в виду изменения в региональном законодательстве согласно федеральному, принято было в мае. И если вы присутствовали в Госкомитете, когда обсуждался этот вопрос, тогда Николай Николаевич в 2020 году говорил о том, что якобы этот закон против него. Он тогда уже знал о том, что существует это. Мало того, я вам могу сказать, что в 2021 году Николай Николаевич уже был предупрежден путем решения комиссии о том, что он нарушает это законодательство. Банальный жулик, это мое мнение. По практике всех стран нельзя применять меру, которая ужесточалась после того, как было совершено правонарушение или преступление. На каком основании тогда вы задним числом ужесточаете меру наказания, которую человек якобы совершил гораздо раньше? Вы вслушайтесь, пожалуйста, мои слова. Апрель 2020 год – это федеральное законодательство. Май 2020 год – это региональное законодательство. В 2020 году уже действовал этот закон. Так, ну что, граждане Единоросса, дамы, закройте, пожалуйста, ушки. Пресса тоже. Ссыте, да? Пришла пора, да? Вот вы что только не пытались говорить. Клоуны КПРФ, да никто вас не слышит, да кто вас боится, боитесь. И сейчас это явное тому подтверждение. Вот вы сами сейчас пытаетесь улыбаться, а думаете, блин, а ведь впереди еще выборы. Поэтому вы быстрее, вот сейчас, потом не будет возможности, хотя бы сейчас чуть-чуть отомстить вот это вот мелочное, подленькое, вот это трусливое. Поэтому, ну, знаете, учитывая размер комплекса Алексея Васильевича, его мстительного комплекса, вот чтобы, может быть, все-таки не стоит удалять, я вам другой механизм предложу. Мистер Хаггис будет теперь вот у него в нашей среде отношения. Вот памперс, если уж, может быть, просто под это макси размер, учитывая размер вашего комплекса по отношению к Бондаренко. Поэтому я вам вручаю, пожалуйста, воспользуйтесь. Первый подарок. Если уже совсем вам будет страшно, граждане Динамовска, тут на всех хватит, надо, я еще принесу туалетной бумаги. Вот чтобы вы... Оставьте депутата тысячи обращений, которые говорят о том, что Саратовская дума – это Бондаренко. А не вы, поверьте. Вы сейчас единственное, для чего Саратовскую областную думу стоило смотреть, это выступление фракции КПРФ и Николая. Во всем остальном вы абсолютно антинародные, мерзкие, пакостные, антикоммунисты. Поэтому трусите, бойтесь. Депутат Литневская Юлия Михайловна. Я просто хотела сказать, что... Юлия Михайловна, прямо одну минуточку, Александр Юрьевич, вы там реквизит уберите себе с трибуны, потому что ваше рабочее место не здесь. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Александр Юрьевич. Пожалуйста. Да, на самом деле это даже не смешно. И понятно, что за все годы, имея возможность менять законы, наш коллега, все еще коллега, да, Николай Николаевич Бондаренко только перформансом и на камеру и занимался, имея возможность менять законы. И на самом деле это очень странно. Депутат, как народный избранник, должен быть примером честного, неподкупного поведения. И уж, по крайней мере, честно показывать народу доходы просто обязан, а не заниматься схематозами. Ну, что такое коррупция? Это когда воруют бюджетные деньги, это когда какие-то доходы незаконные. Если бы эти доходы были незаконные, я думаю, Николай Николаевич давно бы уже сидел в тюрьме. А он сидит здесь у нас в Думе
И сейчас вот это вот судилище, да, которое пожалуйста. Против него идет. Я хочу поддержать своего коллегу Анидалова Александра Юрьевича, в каждом слове его и расписываюсь. И действительно, то, что сейчас происходит, это просто как судилище. Человек отработал у нас в Думе, самый яркий депутат Саратовской областной Думы. Его знает, вот Юлия Михайловна, вся страна. Я, безусловно, поддержу сегодняшнее решение, которое, подчеркну, лежит в правовой плоскости, а не политической, как это пытаются представить коммунисты. Есть деятельность, которая абсолютно несовместима со статусом депутата. Вы к этому шли целых 5 лет. 5 лет! Сколько попыток было! Здесь, что Гладков сейчас сказал, здесь нет никакой политики, но закон приняли специально, как говорится, в аккурат, да? Приняли накануне и быстренько его обкатали. А параллельно с этим за месяц 3 решения суда с сумасшедшими штрафами. Какая тут может быть политика? Понятно, что этим решением вы планируете, ну я не знаю, заставить молчать мой депутатский микрофон, но в долгую эта проблема не решит, потому что самое страшное для вас, что вы не сможете заставить молчать избирателей, налогоплательщиков, граждан, которых вы грабите. Я пришел сюда 5 лет назад не для того, чтобы получать депутатские зарплаты, не для того, чтобы бизнес мой процветал, не для того, чтобы я тут связями нужными оброс. Я пришел сюда, чтобы использовать это место, парламент, как трибуну, чтобы отсюда было лучше слышно наши программы, наши предложения, чтобы избиратели знали, что есть альтернатива. Я не могу судить, хорошо или плохо у меня это получилось, пусть оценку ставят мои избиратели, но моя совесть чиста. А вы как не тужились, не пыжились? Останетесь трусами. Именно теми каждый из вас войдет в историю. Теми, кто выгнал Бондаренко, попытался выгнать из Думы. И которые мстят. Которые вот даже свои личные мелочи. Я абсолютно уверен, у Антонова это абсолютная личная месть. Это абсолютная личная неприязнь. Фракция КПРФ категорически выступает против. Считает, что не Бондаренко надо выгонять. А крысы вот эти вот должны уйти. Николай Николаевич, не грешите. 2017 год, 57 тысяч доход. 2018 год, 275 тысяч доход. 2019 год, 2 миллиона 679 тысяч доход. 2020, 5 миллиона 942 тысячи доход. И вы хотите, чтобы вы сюда пришли не зарабатывать деньги, а кститесь. На самом деле, вот этот золотой кулак, это действительно ваш золотой кулак. Вы сюда пришли зарабатывать, как банальный жулик. Вот идите к коммерции и занимайтесь. Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. Постановление принимается в целом. Обращаюсь ко всем депутатам. Уважаемые коллеги, принятое постановление вступает в силу с момента его принятия. Это означает, что депутат Бондаренко не обладает статусом депутата областной думы и обязан покинуть заседание областной думы. Я вам рассказал постановление, которое мы приняли. Александр Юрьевич, пожалуйста. Фракция КПРФ считает это судилищем. Конечно, в сегодняшнем заседании много антинародных законов, против которых мы должны бы сейчас выступать, мы выскажем свою позицию. В знак протеста наша фракция сейчас покидает это заседание. Мы не считаем возможным сегодня быть причастным к вашему позорному судилищу и вашей компании. Нам просто мерзко находиться. В знак протеста мы покидаем сегодняшнее заседание. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу Думы.